English for business. Поговорим о продажах, сбыте и стимулировании сбыта в ходе нашей истории о Викторе Брюсе и его команде автомобилистов, готовящихся к участию в автопробеге. Сейчас Виктор ознакомит вас с последними событиями. Well, my car's a wreck, and I haven't got any money to repair it. In fact, I've got a huge debt, and the bank won't lend me any more money. So, what am I going to do? Forget about the whole project? No way! I've got an idea. Что ж, в последнее время, судя по всему, дела у Виктора идут не слишком хорошо. Как он объясняет, My car's a wreck. От машины остались одни обломки. Ведь, как мы слышали прежде, машина, предназначенная для автопробега, потерпела аварию во время испытаний. And I haven't got any money to repair it. И у меня нет денег на ремонт. Более того, говорит он, I've got a huge debt. У меня огромный долг. And the bank won't lend me any more money. Помните, управляющий банком заявил в предыдущей программе, что никаких денег Виктору больше не видать. Так что же ему делать? Но Виктор как будто не слишком озабочен. Он не унывает, потому что, как он рассказывает нам, I've got an idea. У меня есть идея. Ну и какая же? Неужели он придумал, как достать денег на ремонт машины? Давайте послушаем, о чем Виктор будет говорить со своей автогонщицей Тессой Хейн. Слушая, попробуйте понять, какая у Виктора возникла мысль. So, Victor, what are we going to do? Hey, Tessa, don't worry. I've got a fantastic idea. You have? Yeah. We need a sponsor. Sponsor. Yes, a sponsor. We find a business that needs to advertise. They give us the money to pay for the repairs, and we put their name on the car, on you, on your helmet, on your clothes. It's great advertising for them. Oh, but Victor, Victor who? Who wants to sponsor us? Well, так какая же у Виктора идея? Он говорит, We need a sponsor. Нам нужен спонсор. A sponsor. Спонсор. Сейчас мы столкнемся с этим же словом только в форме глагола. To sponsor. Действовать в качестве спонсора, финансировать мероприятие. Но что Виктор конкретно имеет в виду под спонсором? Он объясняет. We find a business that needs to advertise. Нам нужно найти такую компанию или фирму, которая нуждается в рекламе. They give us the money to pay for the repairs. Они, эта фирма, дают нам деньги на ремонт. And we put their name on the car, on you, on your helmet, on your clothes. А мы поместим название их фирмы на наш автомобиль, на твою одежду, на твой шлем. It's great advertising for them. Для них это будет колоссальной рекламой. Слово advertising. Advertising. Реклама. Несколько ранее мы слышали, как Виктор употребил глагол to advertise, to advertise. Рекламировать, давать рекламу. Он считает, что ему удастся достать денег, найдя фирму, которая согласится быть спонсором проекта. А эта мысль приводит нас непосредственно в область содействия продаже товаров и стимулирования сбыта, что и входит сегодня в наш бизнес-фокус.